38-летний Джастин Тимберлейк попал в скандальную ситуацию. Артист старается исправить последствия своего поведения. Певец был заснят во время романтического ужина с партнершей по съемочной площадке Алишей Уэйнрайт. Они мило флиртовали и держались за руки. По словам очевидцев, инициатором этого стала именно девушка. После разразившегося скандала Уэйнрайт заявила, что уважает супружеский статус Тимберлейка и не намерена ломать его семью. Сам Джастин предпочитает хранить молчание. Тем не менее, после случившегося папарацци сфотографировали жену музыканта, 37-летнюю Джессику Бил. Актриса не сняла с безымянного пальца обручальное кольцо, чем дала понять, что не намерена уходить от супруга. Близкое окружение пары сообщило прессе, что в отношениях супругов не все гладко. Сейчас артист прикладывает много усилий, чтобы искупить вину перед возлюбленной. Джастин откровенно поговорил с Джессикой и извинился за свое поведение. С одной стороны, он не сделал ничего криминального, всего лишь держал за руку. С другой, любой жене неприятно увидеть такие кадры. Алкоголь не дает права так себя вести. И Джастин это признал. Ему правда очень стыдно. Тем более, что ситуация стала настолько публичной, сообщил инсайдер Daily Mail. Он добавил, что звездный брак спасает чувство юмора. Джессика очень мудрая женщина. Она решила не рубить с плеча, а сперва разобраться в случившемся. Сейчас они стараются оставить ситуацию и смотрят в будущее с улыбкой. Вообще, они часто смеются. Супруги привыкли многие трудности преодолевать вместе. Однозначно у них очень крепкий союз, подытожил близкий друг пары. В прошлом Джастин и Джессика уже пережили непростой период. Артист был замечен целующимся с танцовщицей из своей труппы. Недавно Тимберлейк стал жертвой украинского пранкера Виталия Сидюка. Мужчина напал на певца, когда он шел по красной дорожке на модном показе.